На этой частной ферме в Кущевском районе 150 коров, и у каждой свое имя. Персональный подход здесь во всем. Например, буренку Дусю никогда не загонят в стойло ее соседки Марты. Благодарные таким вниманием коровы в год дают около 360 тонн молока. Для Кубани это не самая большая ферма, но одна из тех, которая пошла по новому пути развития – созданию сельхозкооперативов. Небольшие хозяйства объединяют свои усилия, чтобы наращивать объемы производства. Кто-то предлагает поля для пастбищ, у кого-то техника для переработки сырья, а у кого-то сами коровы. Именно в союзе мелких фермеров аграрное будущее Кубани, уверен Вениамин Кондратьев. Вы считаете, что вот кооператив – это та форма, которая сегодня максимально должна дальше развиваться на селе? По крайней мере, мы говорим сейчас про сельскохозяйственный район. Я думаю, да, потому что я как бы эту структуру понял для себя не так давно, год назад, скажем так. И, в принципе, мы работали в кооперативе, только это так не называли. Мы жили в кооперативе, а кооператив – это вот эта юридическая форма наших отношений с ним. Сейчас в рамках договоров вы закрепили свои отношения. Да, вообще, то есть это идеальная форма для, в этом случае, для нас, кооператива. Принципиально согласен. Вот в рамках собственной экономики и ЛПХ, и фермер, поверьте, если проживет, то недолго или не так богато. Все равно единственный способ дальше быть устойчивыми на рынке – это кооперация. Только кооперация, потому что все равно должны они быть объединены для того, чтобы успешно защищать свои интересы на рынке и дальше двигаться в сторону того, чтобы освобождать для своей продукции на рынке те или иные ниши. Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей Кущевского района. В объемах производства ей лишь немного уступает промышленность. Во время рабочей поездки губернатор посетил завод стеновых и кровельных панелей. Эти плиты используют при строительстве быстровозводимых зданий. Основной рынок сбыта – Краснодарский край, Ставрополь и Ростов-на-Дону. В прошлом году предприятие получило субсидию на возмещение части затрат, а уже сегодня здесь задумываются о расширении производства. Мы, если будем расширяться, мы будем производить новые виды продукции. Так. Потребность на эту продукцию мы обеспечиваем Краснодарского края. Но еще емкость рынка есть на эту продукцию. Скажем так, есть производители из других регионов, которые сюда возят. Да. Тогда правильно, тогда вы должны делать или качественнее, или с новым видом продукции выходить, чтобы еще сильнее накрывать рынок собственной продукции. Так? Да, да, да. Желание есть? Желание огромное. Тогда мы вам поможем. Еще одной точкой роста для района стало его расположение. Станица Кущевская – это северные ворота Краснодарского края. Для многих туристов, которые едут на автомобилях, Кубань начинается именно отсюда. В этом году вдоль трассы заканчивают строительство двух больших придорожных комплексов. Рядом с заправкой появятся комфортные торговые ряды, супермаркет и современная гостиница. Всего таких точек на трассе М4 Дон планируется не меньше 10. Вот, получается, Кущевской до Тульской области. Мы первые, кто реализовываем. Коллеги-инвесторы первые реализовывают здесь, в Кущевской, и потом дальше уже от Краснодара в сторону Москвы. Абсолютно правильный подход с точки зрения того, что нам сегодня нужны брендовые придорожные торговые комплексы, потому что тот, кто въезжает на территорию края, он уже изначально себя ощущает отдыхающим. Да. Поэтому культура отдыха должна встречать сразу у границ. Поэтому чем будет выше уровень придорожного сервиса, тем сразу турист, автотурист будет попадать в атмосферу уже курорта и в атмосферу отдыха. Основные направления, в которых должен двигаться муниципалитет, указаны в проекте социально-экономического развития района до 2024 года. Упор, конечно, делается на сельское хозяйство, рассказывает исполняющий обязанности главы Кущевского района. Вениамин Кондратьев напоминает ему о новом подходе в работе. Согласно майским указам президента, в регионе вводится проектное управление с четко прописанными целями и задачами. Меня интересует краткосрочная перспектива. Вот возьмем три года. И все, и дайте, что нужно для того, чтобы за три года мы сделали этот рывок. Конкретно, подпишитесь, еще раз подчеркиваю, под каждой программой, под каждым проектом, что нужно для того, чтобы вы стартанули. Я максимально помогаю, снимаю проблемы, которые вам не позволяют стартануть. А дальше вы несете ответственность за то, что у вас дальше уже и дистанция, и финиш успешный. И тогда я готов, максимально подписавшись с обоих сторон, пойти на конкретные действия. И ответственность, в том числе вместе с вами, с вашей командой, депутатским корпусом, будет персональной. Договорились? Договорились. Все. Спасибо большое.
По уровню социально-экономического развития район занимает 10-е место в крае, каждый год улучшая свои позиции, что должно сказываться и на жизни людей, естественно, в их пользу. Губернатор потребовал разобраться со всеми жалобами, а это 220 обращений, которые поступили от жителей Кущевского района в региональную администрацию. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Кущевский район.